Стартовала ежегодная декада инвалидов. Ее открыли краевым фестивалем творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Из сотни заявок на участие лишь 15 человек стали финалистами. На сцене победители муниципальных этапов конкурса «Свет нашей души». Творческие люди от 16 до 60 лет, самыми различными недугами, но с единой целью доказать себе и окружающим, что способны на многое. Они поют, хоть и жестами, танцуют в инвалидных колясках. А вот, например, Сергей Климов, житель Первомайского района, уже 7 лет совсем ничего не видит, при этом пишет стихи и издает книги. А сегодня на празднике ему вручили международную премию «Филантроп» в номинации «Литература». Сергей стал победителем. Сейчас я диктофон для этого существует. Я надиктовываю, мне очень удобно. Встаю рано утром, 4-5 утра, жаворонок пью, крепкий чай, пишу стихи. Счастье необыкновенное. Выставки, конкурсы и концерты – все эти мероприятия на протяжении полутора недель пройдут в большинстве городов и районов края. Добавим, что в нашем регионе более 180 человек имеют инвалидность.